Итак, дорогие друзья, всем еще здравствуйте. Меня зовут Светлана, я надеюсь, вы не забыли меня. Ну, во-первых, я всем хочу вам выразить огромную благодарность, что вы присутствуете сегодня на вебинаре. И, как правило, знаете, те люди, которые имеют или владеют информацией, они развиваются в этом мире гораздо быстрее, а может быть, даже и в ногу со всем тем, что в мире происходит. Ну что ж, дорогие друзья, компания Platin Coin, ну, с чем я вас поздравляю. Компания Platin Coin успешно развивается и работает на рынке уже 3 года. И, конечно, за 3 года мы показали колоссальный рост, 5000%. Это рост нашей монеты, более 500 тысяч партнеров. И, конечно, за 3 года мы открыли уже огромное количество компаний на территории разных государств. Это в том числе и Казахстан, Молдавия, Россия, Эстония, Германия, Швейцария и много-много-много других государств. И это еще не предел, это только-только начало. Вы сами это прекрасно знаете. Дорогие друзья, ну, вы знаете, я вот хотела все-таки перенести и рассказать об этом в конце, но все-таки скажу в начале. Вот буквально перед тем, как открыть комнату, как подготовить презентацию. Кстати, дорогие друзья, вы мне очень часто пишете по презентации, просите слайды. Дело все в том, что это не в моей немножко компетенции. Эти слайды всегда мы даем с разрешения нашего генерального директора. И некоторые партнеры имеют мужество обижаться на меня, но вы знаете, я человек исполнительный. Если мне дадут такую возможность, то я захожу в комнату и скачиваю эти слайды и даю вам. Но не далее, как в прошлый раз, Алекс сам подтвердил на лидерской встрече, кто здесь присутствует из лидеров, что он скоро откорректирует эти слайды и успешно предоставит их вам для работы. Поэтому, уважаемые партнеры, меня не обижайтесь, я такой же исполнитель. Итак, дорогие друзья, во-первых, я, конечно, не хотела это сегодня говорить в начале, но все-таки, как говорится, я не могу просто вытерпеть. Перед тем, как я сажусь и готовлюсь к тому, чтобы провести презентацию, рассказать вам о новостях и многое другое, то, конечно же, я просматриваю, что вы пишете в чатах, я просматриваю, какая появилась новая интересная информация. И не далее, как сейчас, мы вот разместили фотографии практически во всех, и сейчас уже Facebook весь взорвался. Это, конечно, то, что сегодня была презентация в Индии, и какой она имела колоссальный успех. Конечно, вызывает гордость, восхищение именно за то, что наш генеральный директор делает сегодня на этом международном рынке. Как он представляет этот продукт на этом рынке, как он вызывает огромный глобальный интерес абсолютно практически у всех. Конечно, это очень приятно. Приятно вдвойне, что люди, которые очень сильно хотят иметь пассивный доход, наконец-то у них появилась точно такая же возможность, как и у нас с вами, партнеры, которые присоединяются сейчас и которые присоединились раньше. Я считаю, что нам очень сильно повезло, и то, что сегодня Алекс представляет нашу продукцию и наш продукт и нашу компанию на территории, на международной территории, это, конечно, огромный плюс. Конечно, на самом деле публика там неистовствовала. Весь зал был полон, народу было очень-очень много. И, соответственно, после того, как закончилась презентация, конечно, Алекс получил свою долю вознаграждения за ту предоставленную информацию, но люди очень долго не хотели его отпускать, потому что действительно это их потрясло в хорошем смысле слова. Ну и вы сами знаете, эти люди тоже очень эмоциональные, это горячие люди, и, конечно, это, скажем так, традиция, которую сейчас начал наш генеральный директор, экспансия по всем странам и городам, она, конечно же, будет продолжаться. Нам с вами остается только гордиться тем, что делает наш генеральный директор, и что мы с вами тоже являемся или находимся в когорте именно этих успешных людей. На самом деле мне очень приятно. Посмотрите те фотографии. Я надеюсь, что будет обязательно какой-нибудь видеоролик, и мы его с вами с удовольствием выложим в социальных сетях и покажем всем партнерам, насколько у нас все
в компании развивается быстро. Дорогие друзья, дело все в том, что мы, почему мы имеем такой успех уже сегодня? Дело все в том, что мы просто представляем такой продукт, который не является аналогом того, что уже в мире есть. Мы не просто коин, мы просто целая криптосистема плюс коин. Мы не продаем коины, мы продаем IT-технологии, вот что мы продаем. И это главное на сегодняшний день. Почему? Потому что только технологии сегодня вызывают колоссальный интерес. Для чего или почему? Да потому что с приходом технологий решается огромное количество разного рода задач. Мы не криптокомпания, но в любом случае мы являемся... И мы, у нас уже есть сегодня возможность принимать биткоины, у нас есть блокчейн-технологии, у нас есть продукты и сервисы, и, конечно, комьюнити, которая постоянно растет. Сегодня многие участники, партнеры задают, когда наш платинкоин будет 10 евро. Но, дорогие друзья, без нас, без комьюнити, без нашего активного участия чудо само по себе не произойдет. Конечно же, компания развивает социальную коммерцию, и компания показывает и рост, и монеты, и рост комьюнити, и развитие наших технологий. Это, в принципе, очень и очень сильно радует. Дорогие друзья, дело все в том, что наша миссия заключается в том, чтобы предоставить людям доступную цифровую валюту для массового использования. Если эта валюта нужна будет абсолютно всем, то сами понимаете, что спрос на нее будет расти, и, соответственно, это тоже приведет к росту нашей цены монеты. Конечно, дать возможность получать большой доход и строить пассивный доход. Дорогие друзья, извиняюсь. Дело все в том, что ни для кого не секрет, если вы, конечно, заглядывали перед этим в свои чаты, читали информацию, сегодня наш, мой, в частности, вышестоящий спонсор Андрей разместил очень интересный слайд. И на этом слайде он показал, как происходит процесс минтинга, ну, я так поняла, вероятно, его личный. И у него на этом слайде... отражается, что в ферме лежат 13 548 платинкоинов. То есть у него приобретено несколько ферм, да, которые приносят ему сейчас доход. И вот когда я этот слайд разместила, мне партнеры говорят, а что это такое, а как это можно понять? То есть это те люди, которые даже не хотят заполнять ферму за 74 платинкоина. Конечно же, они не понимают, что на этом слайде изображено. А здесь изображено именно наше будущее. Вот таким свое будущее видит партнер, лидер нашей компании, который показывает практически всем пример, помогает и, соответственно, помогает развиваться и компании, и партнерам. И вы знаете, когда я посмотрела на этот слайд, то я просто увидела, когда 13 548, я просто умножила на 30%, это получилось 4064 монеты, и эти 4064 монеты я разделила на 12 месяцев, это получилось 339 монет, в месяц 339 монет мы умножаем на 5 евро, то есть доход в месяц составляет 1695 евро. А у нас евро в России, например, 70 рублей. И если мы 1695 умножаем на 70, то сумма ежемесячного дохода составила 118 650 рублей. Дорогие друзья, я даже за год не получу такую пенсию. Вы понимаете, о чем мы говорим? Вы понимаете, к чему мы идем? Это, конечно, колоссальная, в принципе, помощь, и это будущее, которое, ну, можно нарисовать, вот я считаю, что только в радужных красках. То есть понимаете, что происходит? Ну, все партнеры, конечно, имеют разную сумму на кошельках, но, опять же, это все зависит не от него, это все зависит не от компании, это все зависит от нас с вами. И я недаром сегодня написала вам к вебинару, как обычно, я пишу некоторые
предисловие, то есть анонс, то есть картина, которую вы видите в своем разуме, со временем станет вашей жизнью. То есть он себе нарисовал вот такую вот картинку. Дорогие друзья, это не единичный пример в нашей компании, таких примеров масса. Я просто сегодня дала разъяснение партнерам, чтобы они немножечко просто задумались. Но опять же, вы знаете, человек так устроен. А, ну это у него там получилось. А, ну это у него там все хорошо. А, ну меня это... Не, у меня так не получится. И все. И на этом опять все остановилось. Но жизнь наша лучше не становится. Жизнь наша легче не становится. Поэтому только мы сами должны сегодня, даже не обладая какими-то колоссальными техническими знаниями, мы должны позаботиться о своем будущем. Вот компания именно это и делает, предоставляя вот эту уникальную технологию. И опять же, я сегодня просто забегаю вперед и буду, наверное, переверну презентацию. Но я просто хочу вам показать. Дело все в том, что буквально в воскресенье я общалась с одним партнером, ну, с одним человеком, который тоже присоединился к компании. Он работает, есть такое приложение 2GIS или DoubleGIS, кто как называет. Он работает там дизайнером. И когда мы с ним скачали кошелек, установили кошелек, когда мы скачали ферму, установили это приложение, то приложение, все сделали как нужно, как это правильно и так далее. И после всего этого я просто задала вопрос. Я знаю, что человек все-таки обладает определенными навыками и тоже очень хорошо разбирается в этих IT-технологиях. Они тоже пишут очень интересные программы. И когда он вот это вот посмотрел, когда мы это все сделали, конечно же, его возраст и мой возраст, мы с ним очень, как говорится, разных даже возрастных категорий. И когда я его спросила, как вам вообще, в принципе, показалась вот эта технология, он сказал, ребята просто супер постарались. Я говорю, ну а то, что вот немножко там где-то чего-то, он говорит, ну не бывает все, то есть вы понимаете, да, я вам много раз говорила, выкатить сразу релиз, полный релиз и выкатить сразу весь продукт, показать, чтобы без сучка и задоринки этого, в принципе, не бывает. Но он, знаете, сказал одну очень интересную фразу. Ребята, когда все отрегулируют, отремонтируют, оно будет летать, и вы про все вот эти неудачи, про все вот эти моменты, которые у вас случаются и получаются, вы научитесь работать с этими приложениями, с этими кошельками и фермами, и все это канет в лето, и вы забудете, что когда-то вы писали в поддержку, и когда-то вы задавали вопросы, почему у меня это не работает, почему то не работает. И, конечно же, восторг и восхищение. Дело все в том, что когда я вам говорила на прошлом вебинаре, что вот, пожалуйста, берете свой телефон, отдаете в руки родному близкому человеку, передаете ему все транспортные пин-коды, приватные ключи и говоришь, вот тебе, пожалуйста, твой собственный бизнес, вот тебе почта, вот тебе занимайся, пожалуйста, зарабатывай. Вот, друзья, к чему мы с вами пришли, и это все за такой короткий промежуток времени. И все-таки я вас стараюсь не то что убедить, а дать вам полное понимание, что три года, это очень маленький срок. Ну, если взять на примере ребенка, не буду вам много и долго говорить, то он, конечно же, за 3 года пройдет тоже большой и сложный эволюционный путь, так же, как и наши деньги. За огромный промежуток времени тоже прошли большую эволюцию. Он, ребенок, еще не вырос, и мы с вами еще не выросли. И то, что мы с вами от бартера золотых денег, бумажных банкнот и чеков пришли к картам и пришли к приложениям, которые вы сохраняете на своих телефонах. Друзья, это только начало. То есть мы сейчас с вами входим в такой портал. Я бы сказала, что действительно... Мы сегодня соприкасаемся с такими новыми технологиями, о которых огромное количество людей вообще не знает и не подозревает. Кто-то боится, кто-то говорит, что его это не коснется. Но лучше быть и знать, как говорят, предупрежден, значит вооружен. И это на самом деле так. Если вы знаете, что грядут такие перемены, то, конечно же, вам важно, чтобы вы обязательно были в теме.
Да, было такое время, и когда в мире появился впервые биткоин, конечно, кто-то о нем услышал, кто-то о нем узнал, но опять же, так же, как и все, я в том числе, между прочим, я не обратила внимания, но у меня не было сопровождающего человека, не было того, человека, который бы рассказал, знаешь, это интересно, это будущее, и за криптовалюты это будущее вообще финансового рынка, экономики и так далее. Блокчейн – это уникальное изобретение, и в нем нужно разбираться, его нужно понимать. Конечно, может быть, я обратила внимание, но пока мы бегали, прыгали, скакали по другим проектам, по другим компаниям, теряли деньги, люди в то самое время зарабатывали здесь колоссальные денежные средства. 2008 год – это был мировой экономический кризис. Огромное количество людей потеряли здесь колоссальные денежные средства, и, конечно же, людям приходилось выживать, а кто-то, наоборот, народ закупался, затаривался вот этой вот монетой и, соответственно, даже не зная, даже не предполагая, что в 2017 году капитализация рынка именно криптовалют составит практически 800 миллионов долларов. И даже никто не подозревал, что цена за монету будет 20 тысяч долларов. Но люди делали этот путь. Посмотрите, как он выглядит. То есть с 2008 года по 2017 год это на протяжении 9 лет. А мы с вами 3 года в компании, и такой огромный, колоссальный путь уже проделан нашей компанией. Такие потрясающие результаты роста показаны, и рост монеты, и рост развития наших технологий, и те технологии, которых в принципе ни у кого нет, они появляются у нас. Мы не повторили этот путь, но мы обратили на него внимание, что это действительно интересный путь развития, но надо сделать что-то свое. Понимаете, если вы возьмете одну и ту же песню, одно и то же стихотворение, но перепишете на другой лист бумаги, это никакой пользы в принципе никому не принесет. Вы только просто потратили время и потратили свой собственный труд, свою энергию. И поэтому компания изначально сказала: ребята, мы будем развиваться совсем по-другому. Нам этот рынок интересен, но мы себя там не видим, потому что все владельцы криптовалюты не получают никаких дополнительных материальных выгод, кроме самого факта владения. Да, если вы являетесь сегодня обладателем 1, 2, 3, 4, 5 биткоинов, это тоже очень хорошо. Но дело все в том, что вам всегда или вам придется, или остается только ждать роста цены продажи монеты. А для получения профита вам и именно нужно, например, вы купили за 1000, вы хотите продать за 20 и ждете этого курса, то, конечно же, вы будете определенное количество времени этого ждать. Поэтому этот рынок и выглядит вот так. Он и является сегодня высоковолатильным рынком, то есть 20 тысяч, потом 3 тысячи евро, он в долларах, то, конечно, это не есть, скажем так, хорошо для нас с вами. Поэтому мы с вами выбираем совершенно другой путь, и, соответственно, наша сегодняшняя задача, почему идет такая экспансия по всему миру. Дело все в том, что рынок криптовалют уже на сегодняшний день составляет 249 миллиардов долларов. Кстати, там тоже 249 миллиардов долларов, и поэтому всего-навсего 25 миллионов пользователей. И опять же, кто его знает, какая здесь статистика? Невозможно посчитать точно абсолютно количество пользователей на рынке криптовалют. Но более 3 миллиардов пользователей интернета, может быть, они знают, может быть, они слышали, но пока они еще к нам не присоединились. Поэтому у нас с вами есть великая задача, великая цель, конечно, этих партнеров присоединить к нашей компании и, соответственно, рассказать им, что мы сегодня, какова наша миссия, что мы сегодня несем в мир. Платинкоин – это 100% мобильный пассивный доход на блокчейне. Платинкоин – это массовая криптовалюта и инструмент для бизнеса. Платинкоин первым в мире уникальным образом объединяет пассивный доход, нетворк-маркетинг и передовые блокчейн-технологии. Что это нам с вами дает? Ну, во-первых, смотрите, нам с вами нужно четко понимать, что у нас
Есть несколько путей исследования. Смотрите, если вы зашли, приобрели тот или иной продукт, не развиваете структуру, вас интересует чисто пассивный доход. То есть, ну, некогда вам этим заниматься. То, соответственно, вы получаете один инструмент для работы. Но если вы активный партнер компании, если у вас огромное количество людей, которые тоже хотят иметь этот пассивный доход, то, соответственно, нетворк-маркетинг вам в помощь, и наши передовые блокчейн-технологии тоже вам в помощь. Что вам необходимо сделать? Каким образом? Дело все в том, что блокчейн – это инновация, PLC-минтинг. Вы должны просто стать частью растущей индустрии. Что нужно сделать? Просто подключите ваш смартфон к блокчейну, дайте ему возможность зарабатывать вам профит каждый день на пассиве в течение следующих 10 лет. То есть вы скачиваете кошелек, вы скачиваете приложение нашей фермы, и процесс практически запущен. Соответственно, пассивный доход у нас – это не только ферма, которая дает вам 30% в год на протяжении 10 лет. Это еще и нетворк-маркетинг, это бонус партнерский до 64%. Это резидуальный доход до 54%, когда ваша структура живая, когда ваши люди работают, когда ваши люди приобретают наши продукты. Ну и, конечно же, тоже курс коина на бирже. Это современный, это простой вид заработка. Вы знаете, мне бы хотелось сказать, что трудно иногда бывает, начинаешь рассказывать партнеру, да, и у него сразу закипают мозги. Он говорит: не-не-не-не-не-не-не, стоп-стоп-стоп, я с этим не справлюсь, мне проще вот пойти, купить баночку там с каким-то продуктом, прийти к своей подруге, эту баночку продать и заработать свой профит. Ну и сколько? Сегодня ты здорова, сегодня ты живая, сегодня ты не болеешь, да, сегодня у тебя есть время, ты пошла купила, ты пошла продала. А когда тогда жить? А когда жить? Завтра ты не смогла выполнить то, что сделала сегодня. И что у тебя получится? Завтра тогда у тебя ни активных доходов, ни пассивных доходов, у тебя ничего не остается. Поэтому некоторые люди соглашаются послушать, да, а некоторые нет, все-таки отстаивают свою четкую позицию и говорят: не-не-не-не-не, мне это не интересно, я с этим никогда не разберусь, это все очень сложно, это не для меня. Сегодня, дорогие друзья, я хотела в основном остановиться большей частью на наших продуктах. И поверьте мне, есть что об этих продуктах сказать. Ну, во-первых, если к нам присоединяются новички, а если они есть в комнате, я буду очень рада. И я, конечно же, вас поздравляю, что вы присоединились. Дорогие друзья, мы сейчас с вами являемся обладателями уникального продукта. Наш новый продукт называется очень-очень интересно. Дело все в том, что минтинг дабл пэк – это комбинация лучших продуктов Platin Coin. Почему мы говорим комбинация лучших продуктов? Да, потому что мы с минтинг-юнитами отработали практически 2 года. Эти уникальные установки для самостоятельной добычи монет Platin Coin, у нас их тоже было 7 видов, начиная от 107 евро и заканчивая 9951 евро. И пользователи, конечно же, которые присоединялись и которые уже давно работали в компании, они покупали себе максимально выгодные продукты для того, чтобы получить как можно большее количество платин-коинов. Для чего они это делали? Дело все в том, что они делали это для того, чтобы вести ту жизнь, которую они хотят, а не ту, на которую у них хватает денег. Поэтому они и проводили расчеты, какое количество платин-коинов у них будет, что им это даст в результате через год, через два, через три. Но когда мы работали с минтинг-юнитами, у нас даже представления не было, что у нас появится вдруг вот такой вот уникальный, я бы сказала, еще более уникальный продукт. Это действительно продукт, который составляет комбинацию двух продуктов. Это минтинг-юнит и наша Power Minter, то есть наша ферма.
Первое время, когда мы стали вам рассказывать про эти фермы, было немножко непонятно, но дело все в том, что понятно было только одно, что когда мы с вами все выполняли акции и хотели получить наш PLC Secure Box, то, конечно, мы уже представляли себе, да, у меня вот такое количество платин коинов. PLC Secure Box дает мне 10% годовых. Ну, если посчитать сложный процент, это 14-15%. Это круто, это здорово. Но, дорогие друзья, когда нам рассказали о том, что будет ферма, которая будет давать 30%, ну, тут, конечно, тут просто все даже облегченно вздохнули. И при всем при том, что когда мы получили ферму, как говорится, в единичном составе без минтинг-юнита, мы были безумно счастливы. Но когда нам генеральный директор выдал вот такого рода продукт, тут, конечно, мы действительно взбодрились. Потому что многие партнеры увидели для себя еще большие преимущества. Какие преимущества увидели для себя партнеры? Этот продукт представляет себя для нас, вернее, с вами, еще больший интерес. Мы получили с вами уникальный продукт, который объединил в себе два наших лучших продукта, то есть Minting Unit и Power Minter. С одной стороны, Minting Unit добывает вам монеты каждый день в течение 36 месяцев и позволяет выстроить солидный базовый доход. А с другой стороны, Power Minter с его доходностью, то есть эта ферма 30% в год, дает вам возможность выстраивать практически неограниченный пассивный доход в течение 10 лет с момента приобретения Minting Double Pack. Но при этом нужно понимать, чтобы получать пассивный доход от Power Minter, то есть от фермы, вы должны загрузить в эту ферму определенное количество платин коинов. Поэтому, дорогие друзья, подробная инструкция, как это можно сделать, вы можете найти на нашем блоге. Откуда взять монеты, чтобы положить их в ферму? По 30%. Вы можете положить добытые монеты из минтинг-юнита, а можете их приобрести в обменнике на бирже или же получить монеты из многочисленных участников рынка, то есть от ваших партнеров, там, может быть, вышестоящих спонсоров, или есть чаты, где многие партнеры иногда продают, это очень редко, конечно. И поэтому, друзья, в линейке Minting Double Pack есть 7 продуктов. Теперь я хочу остановиться на одном таком интересном моменте. Смотрите, когда вы заходите в личный кабинет, друзья, вот здесь я, наверное, все-таки сделаю отступление и вам расскажу. Вы знаете, появилась такая интересная тема, которую вы обязательно должны понять. Дело все в том, что как правильно покупать наш продукт. Вы делаете покупку нашего Minting Double Pack, когда заходите в личный кабинет и нажимаете на кнопочку Pay, да, как она там называется, и, соответственно, так, сейчас, секундочку, друзья. Соответственно, когда вы выбираете тот или иной продукт, выбрали этот продукт, определились, сколько вам нужно фиатных денежных средств или сколько вам нужно платин коинов, потому что у нас продукт можно покупать как за фиатные денежные средства, так и за платин коины. Нажимаете на кнопочку там 107 или 268 евро или 535, ну, соответственно, вверху вы увидите это. Либо 23,76 платин коинов, если вы покупаете за 268 евро, это 63 платин коина. И если вы покупаете так по нарастающей, смотрите, сколько вам нужно платин коинов на приобретение нашего нового Minting Double Pack. Дело все в том, что когда вы заходите в личный кабинет, если вы нажимаете на кнопочку Upgrade, где находится ваша ферма, то, дорогие друзья, есть вероятная ошибка, что вы
не получите Minting Unit. Это неправильно. Для того, чтобы четко все сделать, если вы хотите получить и Minting, и ферму, вы должны покупать наши Double Pack Minter, которые находятся гораздо ниже. Эти 7 продуктов, которые представлены внизу. Многие нажимают на ферме на кнопку Upgrade, оплачивают платин-коинами, все проходит удачно, все проходит успешно, но минтинг-юниты вам в личном кабинете не встают. Пожалуйста, обратите на это внимание. То есть еще раз повторяю, если вы сделали покупку вкладки PLC Farm, нажав кнопку Upgrade, или прокрутив на этой странице до выбора продукта, вы купили только ферму, то есть нажали, вы купили ферму. То есть у вас коинов в этом, вот в этот момент не будет, в этом очень важно разбираться. Поэтому, друзья, если кто-то так сделал, не нашел своих минтинг-юнитов, ну, соответственно, я думаю, что, может быть, будет разъяснение, может быть, будет какая-то информация, друзья, но делайте покупки ваших минтинг-юнитов правильно, не допускайте никаких ошибок. Вы все время торопитесь, на все кнопки нажимаете, но потом создается куча проблем и, соответственно, куча тикетов, которые вы отправляете в поддержку. То есть вы понимаете, что нужно, если вы покупаете Minting Double Pack, то вы, соответственно, выбираете тот или иной продукт, опускаетесь вниз и видите, что вы покупаете и продукт, и ферму, и оплачиваете ее. Каким образом оплачиваете? Написано 107 евро или 23,76 платин коина. То есть вам будет предоставлено в дальнейшем две кнопочки, как вы можете это все оплатить. Ну и так далее. Сейчас, конечно, мне хочется еще раз сказать, что вы, конечно же, купили себе вот эту волшебную копилку, которая сама будет приносить вам вот этот базовый доход, причем каждый день в течение 36 месяцев, и в которой вы можете положить дополнительные монеты. Их количество будет увеличивать на 30% в год с первой монеты. Кроме этого, монеты в копилке не замораживаются, не сгорают, они доступны вам 24,7365 в году и приносят пассивную прибыль. Конечно же, вы тоже можете выводить из фермы, вы можете выводить из кошелька, делать разного рода манипуляции, но дело все в том, что если вы выводите из фермы, вы сами понимаете, что, конечно же, вы можете попасть под штрафные санкции. То есть вы уже изъяли, это как депозит, вы сделали вклад, сегодня сделали, завтра сняли, то, конечно же, практически ваши проценты сгорают, а дальше через 30 дней на то количество, которое у вас осталось там, пойдет минтинг. Есть несколько условий. В копилке есть лимит, то есть в наших фермах есть лимит, как доступное пространство на виртуальном диске, который тоже нужно увеличивать, то есть докупая объем. Почему я вам сказала, что у партнера 13 тысяч, значит, там куплено несколько ферм. Несложно себе посчитать. То есть, если вы хотите повысить лимит, вы можете докладывать в копилку все больше и больше монет, тем самым увеличивая вашу пассивную прибыль, то есть выбирая тот или иной даблпак, минтинг даблпак. Увеличивать лимит можно в неограниченное количество раз, вам этого никто не запрещает. Ну и, конечно, минтинг даблпак, все расчеты будут проходить в платин коинах, одним из самых стабильных коинов на рынке. А это значит, что если коин вырастет, то ваш заработок увеличится. Вы же помните про план компании увеличить комьюнити Platin Coin в этом году до 5 миллионов пользователей? Это значит, что рост курса может быть не только 10, но даже и 50 евро. Что мне хотелось здесь еще сказать? Друзья, если ваш партнер в вашей структуре приобретает Minting Double Pack за Platin Coin, то вам начисления бонусов идут в Platin Coin. Если он приобретает Minting Double Pack в евро, то, соответственно, вам будут начисления в евро. Дальше. У нас в личном кабинете появилась, ну, очень интересная кнопочка. Сейчас мы с вами можем оплачивать платин-коинами. А я точно помню, что огромное количество раз многие партнеры просили: «Алекс, когда можно будет оплачивать наши минтинг-юниты платин-коинами?»
то, соответственно, сейчас у вас появилась такая возможность оплачивать ваш же митинг Double Pack именно Platin Coin. Это отличный результат, потому что многие партнеры выбирают именно этот путь, то есть оплачивая Platin Coin'ами. Это очень даже интересно. Теперь, дорогие друзья, у нас с вами появилось еще одно уникальное преимущество. И вы знаете, я эти кнопочки тоже сама опробовала. Безусловно, первый раз, когда я поставила на вывод в кошелек свои Platin Coin, я сейчас вам все подробно расскажу, то, соответственно, у меня эта процедура не получилась. Ну вот, как всегда, да, хотели как лучше, получилось как всегда. И, соответственно, я точно так же, как и вы все, и многие из вас, опробовала кнопочку вывода бонуса. Итак, дорогие друзья, в вашем личном кабинете, давайте начнем все по порядку. Соответственно, компания очень долго к этому шла, и мы с вами долго просили, чтобы у нас был вывод на автомате. То есть не так, как мы писали письмо в компанию, и нам в течение 7-14 дней переводили наши Platin Coin'ы, и, в принципе, мы уже были довольны, мы были счастливы, но вот произошла какая-то незначительная задержка, и, конечно же, это время было потрачено на то, чтобы усовершенствовать выплаты у Platin Coin'ов из дэшборда. Это, конечно, время пролетело незаметно, сейчас мы с вами видим, что можно вывести наши коины всего за несколько секунд. Наши разработчики внедрили систему мгновенных выплат и двухфакторную аутентификацию. Вот когда я первый раз поставила свои платин коины на вывод в кошелек, и, соответственно, мне высветилось красное окошечко предупреждения. Что я сделала неправильно? А все очень просто. Я просто не соединила свой кошелек с личным кабинетом. И, соответственно, я это протестировала тоже на одном из партнеров, когда он мне пишет и говорит: ой, у меня не выводятся монеты, я не знаю, в чем дело. А я говорю: а я знаю, в чем дело. И, соответственно, когда мы зашли в кошелек, когда мы, этот кошелек, конечно же, был обновлен уже до версии 2.5.2, соответственно, мы нажали кнопочку «Логин», соединили кошелек с личным кабинетом, нажали на кнопочку «Вывести наши Platin Coin'ы», и, соответственно, мы на почту получили письмо. То есть давайте все по порядку. Сейчас у нас вывод коинов будет проходить только на ваш кошелек. Дело все в том, что вы сами четко должны, у нас есть статья на блоге, то есть инструкция о том, как выбрать ваш кошелек. Вы эту инструкцию можете найти. И там в пункте 12 как раз и есть это обозначение, что какой кошелек вы выбираете главным. Вы определились с выбором кошелька, соответственно, он у вас встал, и дальше вы делаете всю процедуру так, как это должно быть. Обратите внимание, процедура доступна только верифицированным пользователям. Итак, дорогие друзья, для запуска этой кнопочки нажмите на кнопочку «Поет» на виджете, то есть в личном кабинете, он находится в дашборде. Как только вы нажимаете на эту кнопочку, на открывшейся странице вы выбираете баланс, с которого вы хотите вывести Platin Coin'ы, а они у вас отражаются, то есть они у вас уже есть в доступном балансе. Бонус – это баланс доступных Platin Coin'ов, на который начисляются все комиссионные. То есть кнопочка «Бонус», а есть кнопочка «Минтинг». Минтинг – это баланс доступных Platin Coin'ов, на который происходит начисление отмеченных коинов. Я надеюсь, что вы с этим разобрались. Итак, вы нажимаете, перед вами открывается окно «Минтинг» или «Бонус». Что вы выводите? Монеты на кошелек или вы выводите ваши бонусы? Кстати, если они у вас начислены в Platin Coin'ах, то вы тоже нажимаете «Бонус», и ваши Platin Coin'ы переходят к вам в кошелек. Соответственно, только после того, как вы проставили количество ваших коинов, проставили это количество ваших коинов, и на вашу почту придет письмо с одноразовым пин-кодом. Вы зашли в вашу почту, которая привязана, является логином для входа в ваш личный кабинет, вы ввели этот пин-код, скопировали его из письма,
вставили этот пин-код и подтвердили вывод. На странице подтверждения заявки. Если пин-код не сработал, запросите его еще раз. И, конечно же, компания вас поздравляет, заявка создана и подтверждена. И вы убедитесь о том, что получите это сообщение. Далее, статус заявки можно отслеживать на странице транзакции в разделе «Поет». То есть вы заходите, нажимаете кнопочку «Транзакции», нажимаете кнопочку «Выплаты», и вы видите, если ваша транзакция прошла мгновенно, то она отображается, что выполнена, да, успешно выполнена. Если по какой-то причине идет какая-то проверка или что-то такое, то, соответственно, потребуется определенное количество времени. Но что касается уже транзакции перевода платинкоинов на минченах, то, вы знаете, иногда проходит мгновенно, иногда проходит какое-то небольшое количество времени, но монеты приходят на кошелек. То есть вы привязали ваш кошелек, личный кабинет видит, что это кошелек ваш, что вы его уже подтвердили, все соединилось, все прекрасно, вы выводите ваши платинкоины. Конечно, удобство пользования продуктами – это одно из важных преимуществ платинкоина перед другими криптопроектами. И наша компания дизайнеров и маркетологов тоже постоянно работает над тем, чтобы нашим пользователям было удобно и легко взаимодействовать с нашими продуктами. Такой подход отвечает нашей глобальной цели, то есть ускорить повсеместное внедрение технологии блокчейна в повседневную жизнь людей во всем мире. И, конечно, компания благодарит вас за терпение, за проявленное мужество, за то, что вы набрались терпения и дождались именно вот этого интересного момента. Дорогие друзья, что я еще хочу сказать? Что касается тех минусов, которые у вас образовались в личном кабинете, ну, конечно же, создавайте тикет, пишите в компанию, и, соответственно, компания будет разбираться с этой технической ошибкой. Но я вам абсолютно точно хочу сказать, что об этой ошибке разработчики знают, и они над ней работают. Нам с вами остается только немножко подождать. Дальше, что касается минтинга, то есть я тоже не так же, как и вы все, заполнила ферму, перевела платинкоины туда и через личный кабинет, то есть, да, вы можете пополнять ферму из личного кабинета, сканируете QR-код и, соответственно, заполняете ферму, и также можете из кошелька пополнить вашу ферму. Но что я хочу сказать вам, дорогие друзья, отражение минтинга происходит не у всех. У кого-то это происходит, может быть, через сутки, у кого-то это происходит через двое, трое, четверо суток. Я уже сегодня смеялась, говорю, интересно, до Сибири дойдет или нет минтинг. Но если разработчики говорят, что может быть у кого-то отражаться и каждый день, у кого-то это может отразиться один раз в месяц. С чем это связано, я вам абсолютно точно объяснить не смогу, и изображать себя здесь продвинутой я тоже не буду. Почему? Потому что я разбираюсь с этим, я наблюдаю за этим процессом, и, как мне сказал молодой человек, что все это придет в норму, отладят, сделают, поправят, потому что я знаю, что люди работают, люди трудятся, а когда люди работают, может быть, они не спят ночами, может быть, они не спят. Вот все вот эти вот программисты, все вот эти люди, которые связаны с разного рода IT-технологиями, я знаю, что они как в каком-то другом мире находятся. Это люди как с другой планеты. У них постоянно работает мозг, постоянно работает голова. И я думаю, что, конечно же, рано или поздно мы все с вами увидим этот процесс минтинга и, конечно, порадуемся вместе со всеми. Дорогие друзья, что касается минтинга, еще очень много партнеров допускают ошибки. И вы знаете, я не понимаю, почему партнеры пишут в чат. Ну, может быть, так сложилась ситуация, но все-таки вы обращайтесь к вашим вышестоящим спонсорам. Хотя, может быть, они тоже не ходят на вебинары, может быть, тоже считают, что они все знают, все понимают. Но надо же подсказывать партнерам. Дело все в том, что многие люди волнуются, может быть, они допустили какую-то ошибку и не понимают, что не происходит минтинга, не выводятся там платинкоины, не выводятся денежные средства на адвокэш. Друзья, черпайте информацию на вебинарах, черпайте информацию, которую вам дает наш генеральный директор. Соответственно, все практически
моменты, которые возникают у нас в компании, они рано или поздно все успешно разрешаются. Но то, что мы с вами сейчас получили, причем я хочу сказать, что мы ненадолго получили наш митинг Double Pack, продукт, который будет работать именно так, в таком соединении, и ментинг, и ферма. Друзья, может быть, это через какое-то время будет выглядеть совсем иначе. Дело все в том, что вот просто я хочу это сказать для того, чтобы, если у вас нет монет, чтобы вы успели их приобрести. Вот смотрите, новичок сегодня присоединяется. У нас с вами есть монеты, а новичок сегодня присоединяется. И у него первый вопрос. А чем я должен заполнить эту ферму? Неважно, какую я из этих ментинг дабл паков приобрету, то есть какой продукт приобрету, а чем я буду заполнять ферму? Вот если он приобретет наш ментинг дабл пак, то у него в любом случае хоть один, хоть два, хоть три платин коина, но он сможет поместить ферму. Понимаете, дело все в том, что этот продукт уникален сам по себе тем, что уже есть определенное количество платин коинов, которые заложены в эту ферму. Друзья, дело все в том, что как только ваши монеты из минтинга выйдут через месяц, вы их тут же моментально можете переводить в ваши фермы, и они начнут вам приносить 30% в год на протяжении 10 лет. Дело все в том, что каждая ферма имеет определенное количество загрузки платин коинов, но если вы не можете за один день, не можете за два дня, за неделю, за месяц загрузить, у вас есть время, вы можете на протяжении всего времени загружать эту ферму. И это еще не все. Мы с вами говорим только о 30%. Ну вот представьте, из минтинга, например, на платине, да, дабл пэк платина, вам вышло 87 платин коинов. Что вы делаете? Вы эти 87 моментально же загружаете в ферму. Здесь через месяц придет еще 87, ваша ферма месяц отработала и дала вам 30% годовых, разделите на 12, это один где-то с чем-то процентов, да, посчитайте сами, получается. И, соответственно, вы эти наминченные платин коины опять же отправляете в ферму. 87, 87, это получается 174, да плюс те проценты, которые вы получили по минтингу. И вот так пошагово, постепенно вы заполняете ваш депозит. Конечно же, каждая ферма имеет свой определенный лимит, и вы уже должны просчитать. Если вы приобрели, например, платин за 1995 платин коинов или 9951 евро, то, соответственно, вы должны уже понять, какое количество платин коинов вы получите в результате аренды через 3 года. И эта ферма, конечно же, дает вам возможность вместить эти платин коины на протяжении даже 3 лет, если пока вы будете их получать. И плюс вы еще будете постоянно добавлять. Вот и представьте себе, сядьте, возьмите листочек бумаги и рассчитайте, какое количество даже за 3 года с прибылью, кстати, очень интересная математика, вы можете уже на какое количество заполнить ту или иную ферму. Поэтому, друзья, продукт на самом деле уникален. Не потому, что я там как спикер хвалю, или потому, что я там хочу что-то приукрасить. Я просто таких депозитов ни разу не видела. Да, работая даже всегда, как я всегда говорила, всегда мне приходится считать только чужие деньги. Ну, скажем так, такая профессия, такая работа. Но, тем не менее, это было всегда очень приятно и увлекательно, потому что цифры – это вся жизнь. Вообще вся наша жизнь состоит из цифр. И, соответственно, вот этот вот продукт, когда у нас появился, он действительно уникальный. Просто успевайте его приобрести. Неважно, когда он закончится, неважно, сколько он времени у вас будет работать. Вы просто сегодня создаете свое собственное будущее, и поэтому вы его должны просчитать сегодня, поставить себе новые цели, поставить себе новые задачи и, соответственно, приобрести этот продукт. Дорогие друзья, сегодня мне написали некоторые партнеры и говорят: ой, у меня почему-то в личном кабинете стоит активность всего 3 дня. Ну и какие проблемы? Значит, через 3 дня ты должна либо пригласить новичка, который у тебя приобретет тот или иной минтинг-юнит, либо ты сама должна через 3 дня приобрести
наш новый продукт за сколько там, за 107 евро или за платинкоины. То есть, дорогие друзья, скоро у всех у вас в личных кабинетах, соответственно, обнулится ваша личная активность. Не забывайте об этом, иначе все ваши бонусы по структуре будут выглядеть следующим образом. Вот здесь вот, когда сработала компрессия, то есть вот этот проплатился, а этот не стал проплачиваться, значит, все, произошла подвижка, этот пока на время, пока не проснется, будет стоять в стороне, а этот будет получать бонусы. И, соответственно, я хочу сказать, чтобы вы не обижались, друзья, иногда такое случается, иногда действительно больно, потому что мимо тебя пролетели комиссии, но извините, как говорится, это ваш бизнес, поэтому ведите свой собственный бизнес сами. Или, как говорят многие бизнесмены, бизнес иногда требует вашего присутствия. Но иногда слово здесь не совсем подходит, здесь нужно быть в теме. Мы с вами работаем с деньгами, мы с вами работаем с нашим будущим, поэтому какое здесь может быть отсутствие, здесь никакого отсутствия быть не может. Друзья, выбирайте сами для себя, или вам нужен пассивный доход, или вы все-таки зарегистрируетесь и начнете минтить и получать 30% в год, да плюс еще вы по минтингу будете получать ваши платинкоины, соответственно, вы будете выстраивать ваш пассивный доход на 10 лет, или вы создадите международный бизнес, как это делает наш генеральный директор, и, соответственно, у вас есть точно такая же возможность. Неважно, куда вы поедете, в Индию, в Таиланд, в Турцию, в Украину, или вы будете на территории Российской Федерации развивать ваш бизнес, пожалуйста, приглашайте партнеров, где они только есть и где... и тех, вернее, кто хочет. Конечно, разные неограниченные источники дохода вам тоже обеспечены. Поэтому продолжайте увеличивать ваш пассивный доход, пока не сможете жить исключительно на проценты, как сегодня нам показал слайд наш вышестоящий спонсор, и, соответственно, как говорится, комментарии излишни. Поэтому, дорогие друзья, наша компания развивает свою мощную инфраструктуру. Это и криптоматы, это и посттерминалы, которые, кстати, вот в Индии тоже были очень активно представлены. И многие партнеры увидели это воочию и посмотрели, как это легко и просто можно сделать. Конечно же, восторг и восхищение. Это дебетовые карты, о которых есть подробные разъяснения на нашем блоге. Друзья, почитайте, пожалуйста. Кого интересуют дебетовые карты, каким образом и как их можно приобрести. Но до 7 числа пока действует акция, а карты стоят, по-моему, 497, а там уже после 7 карта будет стоить гораздо дороже. Это и магазины, и маркетплейсы, которые открываются и в будущем будут принимать наши платинкоины. Это PLC. Секьюрбоксы, уважаемые партнеры, вы обязательно их получите. Многие пишут, что мы их еще не получили. Дорогие друзья, компания знает, и компания тоже хочет как можно быстрее вам их всем разослать. Потому что кто-то сегодня купит минтинг дабл пак, кто-то будет заполнять ферму, а кто-то, может быть, отправит свои платинкоины только на бокс и будет получать 10-14% годовых. Конечно, у вас есть возможность создать пассивный доход с нашими фермами. 30% годовых – это куда гораздо приятнее, чем ваш PLC Secure Box. Ну и, конечно, листинг на бирже. Друзья, биржа, которую... недавно совсем открылась, это BitHub биржа. Кто зарегистрировался, я еще пока не могу по этой бирже вам дать полную информацию, пока еще ее не тестировала. Поэтому, конечно же, обменник, который есть, и биржи, которые есть, вы можете спокойно там приобретать платинкоины. Ну что, дорогие друзья, настоящее богатство – это возможность жить на проценты без необходимости работать. Ну, как я всегда и говорила, здесь бы я с этой фразой немножко поспорила. Работать надо всегда. Работать нужно везде, и нам на то и дан мозг, чтобы мы с вами работали и развивались. Ну что ж, дорогие друзья, нашему генеральному директору я и вместе с вами, я думаю, что вы присоединитесь, хочу пожелать огромных успехов на территории
нашей безграничной планеты, на территории всех государств. И, как говорится, дай Бог ему силы и терпения рассказать и донести эту великую миссию до всех желающих приобрести или стать обладателем пассивного дохода. Вы знаете, на самом деле мне просто хочется, я не знаю, можно ли назвать его таким словом, действительно он как миссионер ездит по странам и рассказывает об этом уникальном продукте, об этих уникальных технологиях. И когда многие партнеры, уже попробовав и протестировав, и так же, как вот этот молодой человек, который мне сказал, что ребята просто очень хорошо постарались, и, соответственно, приятно, вы понимаете, приятно эту технологию показывать. Но дело все в том, что на самом деле великий человек и великая миссия на Земле. Дарить людям радость, даже если они сегодня пока еще не являются обладателями наших, может быть, продуктов, может быть, каким-то образом еще не зарегистрировались, не покупали. Но дело все в том, что сегодня он им рассказал о совершенно другом будущем. Понимаете, это великая миссия на Земле. Великая миссия – дарить людям надежду, дарить людям радость, вызывать у людей восторг от того, что можно мыслить по-другому, что можно все-таки, общаясь с такими людьми, изменить свою жизнь в лучшую сторону. И вы знаете, и восторг, и восхищение вызывает все-таки работа нашего генерального директора. Я единственная, как уже не единожды к вам обращалась, и обращаюсь еще раз. Друзья, терпение, огромное терпение, и это терпение будет максимально каждому, скажем так, по достоинству вознаграждено, потому что сегодня нам необходимо быть вместе, нам необходимо сплотиться, нам необходимо понимать, в каком направлении мы с вами движемся, нам необходимо быть вместе, нам необходимо протягивать руку помощи друг другу, конечно же, доверять и, конечно же, терпение хранить наши платинкоины, не стараться их сегодня продавать, потому что сегодня, во-первых, и курс не тот, а во-вторых, мы с вами знаем, что цель нашего генерального директора – это как минимум 1000 евро за один платинкоин. Поэтому, друзья, давайте объединимся, сплотимся и, конечно же, поможем нашей замечательной компании, нашему генеральному директору, который делает сегодня огромную глобальную работу, причем на территории всего земного шара. Я вам всем от души, друзья, желаю не переживать, не волноваться. Рано или поздно все баги будут устранены, все проблемы будут решены, и вы будете по достоинству вознаграждены за ваше терпение, за ваше доверие, за ваше признание, да и вообще за то, что вы просто хорошие люди.